Владимир Петрович, пожалуйста, несколько слов, чуть подробнее об аэропорте. Очень волнительная тема, много звонков. Люди хотят, дончане хотят знать, что и как там у нас сейчас происходит. На данный момент аэропорт находится в двойном кольце окружения выхода для так называемых сил, охраняемых аэропорт, нет. У них один вариант, либо сдаться, либо полностью там погибнуть. Поэтому я не вижу смысла в их сопротивлении. Естественно, их никто оттуда не выпустит. Так как сам аэропорт нанес именно те люди, которые там находились, хотя я еще раз повторюсь, очень тяжело их назвать людьми, нанесли очень много вреда жилым комплексам Донецка и населению, так как обстрелы именно жилых комплексов велись с района аэропорта. Выдвигалась передвижная и гаубичная батарея, и минометная, которая именно велись обстрелы по ЖД вокзалу, в район населенного пункта Кировская, то есть микрорайона Кировская. Это все велось именно с аэропорта. Спасибо.